Чебоксарах заработали центры активного отдыха для младших школьников. Общегородская летняя смена торжественно открылась в Лакреевском парке. Центры активного отдыха открылись на базе 11 столичных детских садов. Около 200 школьников будут в течение июня проводить свои каникулы весело и с пользой. На базе 11 детских садов созданы центры активного отдыха именно для ребят от 7 до 10 лет. Наши первоклассники, второй класс, третий класс, они очень скучают по детскому саду, и им очень нравится возвращаться в детский сад. Воспитателям очень нравится. Это ведь новый опыт. Новый опыт общения уже с ребятами немножко постарше. Поэтому всегда в восторге, очень нравится. Дети будут проводить в центрах по 5 часов в день. Каждый раз новое мероприятие. Например, школьники, которые приходят в детский сад номер 130, путешествуют не только по родному городу, но и по странам и континентам. Мы тут каждый день и встречаем зарядки утренние. Завтрак. Режим у нас активный, насыщенный. Каждый день мы узнаем новые страны. Ежедневно у нас выходы, экскурсии. Мы гуляем по городу, узнаем новые места. Каждый день запланировано у нас. Скажи, пожалуйста, а тебе нравится заниматься в центре активного отдыха? Очень нравится. Я его просто обожаю. Скажи, как наш отряд называется? Богатыри. А девиз у нас какой? Ничего мы не боимся и с любым врагом сразимся. Богатырские законы нам уже знакомы. Такой девиз речевка есть у каждого отряда. На общегородской линейке ребятам повязали и яркие галстуки. Впереди у ребят целый месяц игр и новых впечатлений и эмоций. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.